пугна. Окей, оставляем. Let's go. Хорошо. Хорошо. За честные битвы. Боже, как я засолил сейчас, это просто жесть. Плох, не видел, что ли, что туда идут? Ой, бро. Дагер, откуда у Пуджа? Нифига себе, вот это неожиданно было. Дядь, это максимум, что могу сделать. За честные битвы. Ну что, ребята, всем привет! Сегодня у нас вот такая вот мощная ТБшечка. У нас тут имеется 26, 16, 14, 19, 22, 10, 21, 18, 13 и 14 капоинтов. Поехали поплеем с этими ребятами. Конечно же, покажем, как не нужно играть, или покажем, как нужно играть. И let's go, let's go. Так, с этим руинером на 10 слоте вообще не кайф играть. Все остальные ребята нормальные. Let's go. Будем пытаться делать вещи. Тиники, баратрумы, сларки. Все, побаним. Let's go. Рандомим. Рандомим. Люблю эти игры за то, что они тут рандомят. Это по кайфу. Это по кайфу. Самый лоу ПТС тут у меня, поэтому... Пугна. Окей, оставляем. Let's go. На пугне. Поплеем. Возьмем курьера. Хорошо. Битва стримера, шок-контент на 20к. Нормально, нормально. Клок, можно. Блин, там шторм. Если умеет кто на клоке, можно. Let's go. Пуджи, ой, бро. Вот пудж, конечно, это страшно. Пудж страшно. Палка, если тут хорошие будут маги какие-то, палка будет очень хорошо решать. Посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Виндра. Виндра у Айвенга. Как у них по кайфу пик сейчас складывается. Вообще даже не представляете, как у них по кайфу пик складывается. Так, у нас тут стрим 2.9 смептб. Закрываем, чтобы вы не плакали. Что стрим снайпа. Let's go. Чтобы дождаться эти игры, нужно сидеть и чилить на других стримах огромное количество времени, и это реально выбивает из колеи. О, хотя бы инчу, хотя бы инчу. Нормально, СК. Ну, пойдет. Палка стоит, СК не залетит, как говорится. Мне не нравится, что тут венга есть. Шторм. Неприятно, конечно. А посмотрим, сейчас возьмем сапог. Сапог курьера. Возьмем сапог курьера и погнали. Let's go. Нам бы керри какого-то на ласте здесь. Хорошего такого, бодрого. Но не пассивного. Какого-нибудь условного. Ну тут есть на Найкс, в принципе, контроль. БКБ, укус тут. Что-нибудь такое веселенькое бы какое-нибудь. Жесть. По кайфу очень прикольно. Замутить бы. Ждем рандом ластовый. У нас в нашей тиме. Что интересно будет? Как... Я вам отвечаю, саппорт какой-нибудь. Ну, НС хотя бы. С НС можно работать. Только у нас пик максимально непонятный. Пугна и клок, в принципе, понятно. Четверка. Мид пак, скорее всего, пойдет. Фармить НС. И тройка. И тройка. Так, Азини хочет у нас сыграть на паке. Но ждем, что у них там дропнется. Посмотрим сейчас, как будет. Как раскидается. Будет по кайфу. Полнар нормально. Интересно. Интересно. Хорошо. Сейчас там какой-нибудь лютый керри, да? Так, ну посмотрим, что на рандоме подкинет им. 565 и рандом. Фантом. Фантому вообще нечем закрывать. Изи катка.
Фантомы нечем закрывать. Хорошо. Ну, let's go пробовать. У нас пик слабее. Мне кажется, тут без шансов никак не перегангаем. Ну, такое себе. Фантом. Посмотрим, как будет идти. Но катка их по пику. По пику их катка. По пику их катка. По пику их катка. У них прям все хорошо. Посмотрим, побегаем. Я от стана, от одного там стана, и от одного стана умирать буду. Лучше еще грязь, конечно. Посмотрим, что все у нас еще от мида зависит. Если мид хорошо двинется, то у нас будет какое-то определенное количество времени, которое даст нам возможность двигаться к более корректно по игре в целом. Ребятки, не забывайте поддерживать такие видосы лайком, подпиской. Буду очень признателен, буду очень благодарен. Изредка, конечно, такие игры играю, потому что это очень по времени затратно, потому что, чтобы такие игры заходить играть, ну, нужно очень большое количество времени сидеть за компом. Потому что после стрима пишу, плюс еще ребенок. Довольно-таки тяжеловато все это дело. Довольно-таки тяжеловато. Let's go. Хорошо. А эти вечные паузы. Бестолочь. А, жесть. Ох уж эти рофлы. Азани корол, зевзаси корол, поехала. Чего нет? Здесь ТБшка на самом деле такая интересная. Но по пику у нас проиграно. Я не знаю, что с фантомом делать будем, потому что, ну, вообще... Просто нечем даже, по сути, на шекель посадить, просайленсить. Хз. Так что хз. Жесть, да что так долго, поехали уже сосать. Несколько игр, возможно, будет, ребятки, посмотрим. Посмотрим. Выглядит на 38. О, жесть. Да, это жестко, что так растягивает эту доту. Погнали душить. Что там у тебя? Хилочки. Посмотрим, что будет по лайнингам. Я на низ смещусь. Что, внизу суета будет? Погнали вниз, перетянемся. Вендра заберет.
Вендра не заберет, они там бегают. Хорошо. Погнали с Клоком, порезвимся. Пэлла поймали, двойка есть у него. Хорошо. Пойдет. Размен отличный. Керри гасанули и сами пофидели это, найс. То, что нужно. Сейчас сюда вардецкий поставим. Тут тоже вард хочет ставить. А че мидеру вард не дали? Лол, я куру покупал. Угна, конечно, очень ватный для такого лайна. В два стана отъезжать и плюс соплеуха одна. Это, конечно, мне нужно быть очень аккуратным здесь на этом лайне. Потому что тут очень тяжело будет в плане... Одна ошибка, и я ошибся, как говорится. Одна ошибка, и я ошибся. Одна ошибка, я ошибся. И все. Это иллюзия. Блин, фантома жесть, как тяжело ловить. Ой, это прям ужас. Герои у нас вообще не те, чтобы тут стоять как-то. Фантома убить не сможем. Тупо экспу апать. Венга заходит, стан дает, до свидания. СК поддержит, намного проще стоять. Намного проще. Прям намного проще дота. НС такой себе в керри будет, тут в любом случае фантома не перебьем. На керри и НСе. Ночью попробуем что-то делать, но мне кажется, вообще без шансов. Наяривай иска, дядь. Хорош. Хотя бы так. Хотя бы так. Уже хорошо. Аркану возьмем. С арканой побалуемся.
Че, лайн у них пойдет куда-нибудь? Давайте поблочим тогда, раз мы как тройка. Мидер Куру серьезнул. Это норм. Шестой левел плюс палку. Размаксим. Будет чуть полегче. Чуть будет полегче. Хорошо. Да что куру реюзают? Сложно, блин, так без курьера. Хорошо. Там 300 маны еще. 300 маны. КПшек немного, но этого так задушим. Хорошо. Виндра фармит, найс. Экспа идет. Экспа идет, это хорошо, ребят. Пойдем на базу сбегаем. Плаку будем выходить. Пока фантом не разожранный, да, что-то мы даже доминируем вроде. Нормально. Что там готовится, солринги? Хорошо. Я попробую сделать что-то полезное, какие-то полезные артефакты типа грифса, но не факт, что получится. Посмотрим, как пойдет. Посмотрим. Давайте вард возьмем, обновить на активе. На активе вардик возьмем, обновить. Хорош, забрал его просто. Хорошо. Хорош. Руслар делает трипл килл даже. Ничего себе. ГЛТшку побьем. Пока идет доминация, надо доминировать. Потом немножко тяжелее будет. Блин, я даже на самом деле, даже возможно, жалею, что Сол Ринг и Транквиллу не рассматриваю здесь, потому что маны вечно будет не хватать. Это очень плохо, даже возможно. Имеет смысл сделать... возможно. Давайте возьмем... Дасты. Возьмем. Даже возможно сделать Транквиллу и Соул дополнительно. Чтобы можно было моросить. Ой-ой-ой. Баланара проблемы. Да, Баланару ГГ там. На топе фантом пошел фармить. Он фастовый диффуз хочет сделать. Но с диффузом, конечно, тяжело будет. Будет душить. Возьмем еще вардик. О, койл был, мог койл, кстати, поставить, разобрали бы. Мог койл ткнуть.
unseen. I'll look into it. I go unseen. I'll look into it. What needs me? I go unseen. All shall be revealed. I'll look into it. All shall be revealed. Let's see. I'll look into it. All shall be revealed. I'll look into it. Давай побурим, слишком далеко. И шторм идет. И тут пуч стоит еще. Боже, как я засолил сейчас, это просто жесть. Лоу добейте. Просто молча. Плеем и все. Че там, челочку ГГ, да? Внизу столько экспы, это жесть. Ладно, ну Т-шку сломали мы. Единственный минус это то, что фантом фармит. У нас времени очень мало, против фантома тяжело будет играть. Против фантома будет очень тяжело. Венга 4 левел, СК 6 левел. Даггер, Радик, попытайся. Да, надо, кстати. Надо экспы мне поднять. Экспы совсем нету. Экспы совсем нету. Хорошо, палка в 2. Рунки контроль. Вард тоже стоит у них тут. Эти туда пошли, глимерочек купим. Цешку. Хорошо. Пуч 8 левел. У меня левел как у хардлайнера. Это очень хорошо. Очень хорошо. Ребята там кого отдают клока? Клок не видел, что ли, что туда идут? Ой, бро. Ух, даггер, откуда у пуджа? Нифига себе, вот это неожиданно было. Вот тут вард где-то стоит. Наверное, на самом деле завтыкал. Глиммер поймал, мог сразу в глиммер попытаться уйти. Жесть, это очень плохо, то, что я сейчас сдох. С ТП. Пуджа, даггер, это очень плохо. Очень плохо. Транквилла, даггер, это просто прям смерц. Сейчас будет выхукивать, скорее всего. Клока 6 есть. Поехали. Гоу, чё вы? Не моросите. Хорошо. Пока что за эту игру одна грубая ошибка, это то, что я умер пуджу, отдался, это очень плохо. Очень плохо. Не, бы в драке где-то. Это плохо. Шторм меня соло, по идее, забирает. Аккуратненько надо. Го Т2, МБ. Дефуз уже. Дефуз был, это очень плохо. Needs revealing. I'll look into it.
at sea, I go unseen. What? My sight is yours. Our reverence town is under attack. Let's see. All shall be revealed. Let's see. All shall be revealed. Кто-то что-то кастует? Нет, найс. Еще бластик и норм. Подходить не буду пока. Так, СК в сторонке. Отлично. КДшка, кнопка. Вард есть, хорошо. Вот это плохо. Я ухожу. Я полностью по мане просел. Лучше на базу уйти. Пушили, ушли, спушили, ушли. Надо так играть. Спушили, ушли, спушили, ушли. Самый кайф, мне кажется. Все, этого достаточно. Го на базу. Вард сразу сняли там. Печалька. Печалька, конечно. Фантом ПТшечка, мангусик. Шторма 11 по чуть отжирается. О, жесть. Смог. Хорошо. Давай урну сделаем. У нас урна есть? Нет, не нужно. У нас есть урна. Я что-то царю, что-то все без хп бегают. Что-то смотрю, без хп бегают. Я такой подумал, урну. А оказывается, урна есть уже. У Клока. И у Энесса есть урна. Хорошо, всю ману высосу. Я, скорее всего, сейчас 500 золота просрал. Это очень плохо. Кого-нибудь бы ману взять, было бы офигенно. Дядь, это максимум, что могу сделать. Реально максимум. Программа максимум, дядь. Гетбэкаем. Нафиг. И жесть. И не разобрать, ничего не сделать. Печально. Прогулял очень большое количество бабок на самом деле. Я хочу Soul Ring сделать.
Я хочу сделать сулринг. Хочу сделать сулринг. Ну найс, НС-а я спас. Очередной раз. И это хорошо. Сделаю Soul Ring, чтобы можно было бесконечно спамить. Это наш пуш. Это, мне кажется, один из возможностей выиграть эту игру. Не дотягивать до лейта, потому что там все очень плохо. Несмотря на то, что там саппорты в говне, то как бы у нас все. У нас все тут огонь. Саппорты там в говне. У меня все намного лучше по саппортингу тут. Нас ты есть, все есть. Можно двигаться. Хоть и 700 хп, но зато какие 700 хп. Все, найс, двойка. Копа инбустера возьмем. Красота. Если сюда пацаны пойдут, тут офигенный файт будет. Там Бладстоуны у шторма сейчас копиться будут. Очень плохо, конечно. Можно завардить, задевардить. Но, наверное, низ сначала сломаем. Я раскидаю там кнопки. Сломаем низ, постараемся аккуратно подсейвливать. И будем двигаться. Дай ты, ё-моё. Хорошо. С какой тяжелой дракой мы забираем эти бараки, это просто жесть. Ой, если бы он сейчас на сало взял его. Ну все, гитбэкаем, тут нет смысла стоять. Гитбэкаем. СК, кстати, прыгнул, даже не зацепила палка. Я хоть палку хорошо глубоко поставил, но все равно. Радик 200. Очень хорошие новости, кстати. Блин, завардится бы. Мне кажется, эти, эти точки у них открыты по-любому должны быть. Пойдет. НС опять не отдали, там четко шекель залетел, все, пошло дело. По кайфу. Хорошо. Венга идет в центре ставить. Раскидывает кнопки. Скорее всего, тут файт сейчас будет такой, что мы будем тут под фулл виженом. Это печально. Скорее всего, под фулл виженом. Мы поставим палку в другом месте, вот здесь поставим. Ой-ой-ой. Хорошо. Отлично. И фантома туда. Прекрасно. Ну и пушить мы можем спокойно. Хорошо, Соул взял с Соул Рингом, прям по кайфу будет.
Будем ломать очень дерзко. Аппетитно, мерзко. Ой, Пако, Его выбили. Так, ну есть Аганим. Я уйду. Я тут не буду драться. Там руина просто, они заходят под Т4. Нет смысла. Подрались, ушли, всегда было такое правило. Руны собрать, экспу залутать. Руны забрать, экспу залутать. Намного легче. 15 ассистов, нормально? Нормально, пойдет. О, жесть. Ну что, ребят, как вам катка? Очень динамичная. Кстати, очень хорошие составы выигрываем там. Молодцом. Молодцом, прям бодренько. Прям бодренько. Жалко, парень залагал, не такая классная будет. Но ТБшка, кстати, это одна из лучших ТБшек сейчас, которую мы играем. Почему? Потому что сейчас... Есть, короче, три типа ТБ. Я, это как я сейчас понял, я играю уже где-то примерно игр... Ну, наверное, 40 я сыграл за все это время, когда вот пишу эти ТБшки. Может, меньше, игр 30 где-то даже. Вот, и что могу сказать? Есть три типа ТБшки. Есть слабая ТБшка, где 45-50 винрейта. Есть ТБшка ЧСВшная, где играет УЗ, КЗ. Я попал в такую ТБшку, там пацаны просто жесть, постоянно на паузах на ЧСВ, чувствуются же максимальные школьники. И есть вот такие нормальные ТБшки, как вот эти. Вот в эти ТБшки играть намного приятнее, потому что тут флейм минимизирован. Вот второй вариант ТБшек, там флейм просто нереально лютый. Почему? Потому что ребята, не знаю... Школьники, скорее всего, 17-22 года, прям самые такие у них, знаете... Как вам сказать, возраст, и вот это, есть такая тема, юношеский максимализм называется, вот, это вот про вот этих ребят, которые играют вторую ТБшку, там тоже нормальные ПТС, и там вот, вот этот парень туда входил, я помню, 77, потом Панда, что-то там, Шодота Панда, что-то такое, никнейм, по-моему, вот там вообще лютые, лютые пацаны на таком, знаете, на постоянно на паузах, на кипиши, вот они вот, ну вот, вот такие вот они. То есть, ну, такие ТБшки я прям, ну, не люблю. Почему? Потому что там ребята больше стараются именно каким-то, вот, знаете, каким-то, ну, вот, вот этот какой-то ЧСВ, знаете, реально. Вот, ну, я не люблю такую тему, просто жесть. Честно, не люблю. Вот такие ТБшки, как сейчас играем, приятно играть. Реально приятно. Ребята понимают, что нужно делать, помогают. Погнали. What needs revealing? I shall be your eyes. I'll look into it. My sight is yours. What needs revealing? My sight is yours. What needs revealing? Let's see. Чё, погнали заканчивать эту катку? Есть один сентри. Один сентри есть, надо додушивать. Погнали. 27 минута, 85 карта. Тут ТБшки очень активные, ребят, не забывайте. Очень активные ТБшки. Опа, минус глиф. Найс. Ну, проспамлю просто Т-шку. Oh,
Это плохо, ничего нету. Парса. Это печально. Сейчас шмотки камбэкнут нормально, если драку это выиграют. Ну, скорее всего, выиграют эту драку. На СК я очень сильно подставился здесь. И пак засейвил меня от хука. Дальше good game. Ну, хотя бы у них стороны подпушатся. Сейчас здесь, ребята, надо было подбластовать. Чисто бластами. ПЛ Дагер купил. Вот здесь надо открыть. Так, центряк сняли. Сейчас начинаются проблемы. День. Я бы такой бы пофармил бы. Потому что днем мы без НС-а, по сути, не сможем ничего сделать. Но опять-таки время давать оппонентам не нужно. Нежелательно. Есть варды, сентри. Вот здесь бы попробовать снять. Я думаю, можно. Лучше тут стоит. Дримкойл. Хорош, найс. Отлично. ХП поднял. Пуч стоит, ждет. Чё ждешь, чувак? Отдыхай. Взял, застилил. Вот рака. Хорошо. Отлично. GG, ребят. GG. Хорошая ТБшка, бодрая получилась. Давай, дядь, я сосну. А, я высосал, есть. МПшки нету, соула тоже нету, очень жаль. Ребятам могу здесь не помочь сейчас. Его на базу. Отдыхать. GG, ребят. Такая у нас получилась катка. Что у нас, в принципе, по КД получилось? 22 ассиста, 6 фрагов, 3 смерти. Минимальный фит у меня получился максимальный в этой игре. Уходил, когда надо. Ребята очень любят в этих играх дайвить максимально далеко. И в целом катка получилась реально, надеюсь, для вас интересная. Ну что ж, матчлист. Матчлист. Друзья, не забывайте подписываться на YouTube-канал. Поддерживать, ставить лайк. На этом все. С вами был Ксаназис. И до скорого. Всем хорошего вечера, дня, утра и аппетита.